На связи с вами Светлана Молодежникова. И в прошлом проекте, в прошлом видео я показала вам, как я пополнила свой кошелек Payeer. Сделала это я именно для того, чтобы пройти регистрацию на сайте ВК Миллион. И сейчас я буду проходить эту регистрацию. Я нахожусь на шаге номер один и убеждаюсь в том, что я подписываюсь именно под Илью Ситнова. Тут я хочу сказать, что меня пригласили уже человек 5, наверное, и я прошу прощения у тех, кто делал это раньше, потому что они не преподнесли мне все это в том виде, в котором преподнес Илья Ситнов. И кроме всего прочего, я хочу сказать так, что очень хорошо быть в компании единомышленников. То есть я точно знаю, что Илья Ситнов – это блогер, это предприниматель, это ютубер, так скажем, и мне с ним будет комфортно. То есть я хочу быть, так, то есть сказать, попасть в банку соленых огурцов и стать тоже соленой. Итак, поехали. Я убедилась, что пригласивший меня это тот человек, под которым я хочу подписаться. Нажимаю. Разрешаю. То есть я регистрируюсь через ВКонтакте. Так, вот на этом этапе можно изменить спонсора, но я не буду менять, и мне именно этот спонсор интересен. Завершить регистрацию. И теперь. Тут я вижу, видимо, второй аккаунт Ильи Ситнова, на которого я не подписана. Вот здесь я уже подписана. То есть я нахожусь у него в друзьях. Это делается для активации платформы. То есть точность также вы будете подписываться на людей, и в первом списке будет именно тот человек, который вас пригласил. Что-то у меня не срабатывает. Ну, попробуем так. Делаю тогда так. Значит, я нажимаю на фамилию. Опа. Перехожу на страничку. Добавить в друзья. Возвращаюсь назад. Иду сюда, выполнено, видите. Иду на Елену Викторовну. Добавить друзья. Подписаться. Выполнено.
попробует просто еще раз подписаться. Видимо, не срабатывает так. Нет. Хорошо. Опять же, перехожу сюда, добавляю в друзья. Возвращаюсь. Уже выполнено. И сюда. Знаете, очень не люблю, когда совершенно все пусто. Но, как говорится, приходится подписывать. Ой, придется добавить в друзья, чтобы подписаться. И отправить сообщение, вернее. Выполнено. Ну, как видите, вот я сделала и второй шаг. И теперь мне перевод Ильи Ситнова перевести средства. Вот теперь смотрите, перейти к оплате. К оплате. То есть можно было прям даже сразу с Киви заплатить, похоже. Ну ладно. А давайте посмотрим на всякий случай. Может быть, и не надо бы. Ну там вывод, по-моему, нет. Угу. Вот. То есть регистрация и так далее. То есть нет, не получится. Значит, идем назад, вернуться. О, Господи. Сейчас придется заново повторить. Ну ладно. На ошибках учишься. Может вернуться назад? Итак, здесь вот мне нужно ввести, как я понимаю, почту от Пайра. Меня перебрасывают на пару кошелек. Я в нем авторизуюсь. Так, и уже здесь все выписано, как бы счет выписан. И я его подтверждаю. Так,
Вот мне теперь здесь нужно указать мой рублевый кошелек Pair. Иду в свой Pair. А вы пойдете в свой? Ой, ой, сейчас. У меня он сюда не включен. А зря. Pair.com. Вот, это мой не рублевый кошелек. Так, я сейчас иду в личный кабинет. Так, рублевый кошелек, вот он. И номер счета вот такой. Вот он. Теперь я иду сюда и вставляю его. А он у меня такой и есть, что ли? Сейчас, подождите. Так. 125 482. Не надо. Значит, П. Ага. Вот, я удаляю то, что там, и вставляю свой номер кошелька. Если не будет вставляться сразу, нужно сначала удалить. Напечатать, например, букву П, и тогда все удалится. Вот это мой номер кошелька, еще раз показываю. Я его взяла вот здесь, номер счета. Вот, и возвращаюсь на страницу регистрации. Сохранить. Ну, теперь все, платформа активирована 31 марта. Так, номер кошелька есть, партнерская ссылка есть. И для продвижения своей партнерской ссылки в социальных сетях рекомендуем сделать перенаправление ссылки. Так, вот моя ссылочка. Я ее пока вот сюда сохраняю. Здесь можно посмотреть, как сделать редирект, но у меня есть свой редирект. Смотреть инструкцию. Угу. Ну, вы посмотрите сами эту инструкцию. Так, на этом я видео о том, как зарегистрироваться, заканчиваю. Благодарю за внимание. С вами была Светлана Молодежникова. И мы будем тестировать с вами эту программу. И думаю, что мы сможем набрать здесь достаточное количество подписчиков для того, чтобы выбрать из них необходимое количество клиентов.